Автоколонна двигается по разрушенному городу и попадает в засаду. Это не новость из горячей точки, это легенда боя на втором городском чемпионате по лазертагу. Игроки одной команды выступают в роли террористов и пытаются уничтожить два УАЗа. Другие защищают свои машины. На машинах есть устройство электронное, при поражении которого машина останавливается. Если электронное устройство полностью убито, то есть попасть надо 10 раз в это устройство, таким образом автоколонна, значит, не прошла, то есть машину взорвали. По правилам журналистской этики, корреспондент не имеет права брать оружие в руки. Но это тот случай, когда можно сделать исключение из правил. Оружие здесь настоящее, но стреляет оно лазером. Арсенал здесь на любой вкус и цвет. Вот, например, для девушек он легкий и небольшой, а вот это уже для настоящих мужчин. Димон, давай, щеми его оттуда. Настоящих мужчин набралось на 12 команд, но в каждой группе есть хоть одна представительница слабого пола. Девушки, по словам организаторов, ни в чем не уступают парням. Александра Чижова и Елизавета Саногова сегодня тоже взяли в руки оружие. Пока парни отвлекают противника и берут удар на себя, Лиза и Саша проносят в тыл врага импровизированную бомбу. Очень интересно, очень развивает умственные способности. Все продумать, все как пробежать, как что сделать, как сохранить патроны. Это очень сильно развивает. Тактика, логика. Да. Парни не мешают вам? Нет. Пару тренировочек, и можно, в принципе, наравне играть. Организаторы планируют проводить подобные чемпионаты два раза в год. На каждом турнире обещают делать сюрпризы для участников. Осенью, например, привезут реальный БТР и задействуют его в одном из сценариев. Роман Гальперин, Игорь Шишилин, новости, Телеобъектив.